Накатившая следом на площадь Азатлык волна позитивной энергетики чуть не растопила весь снег и весь лед. Для любителей отличной танцевальной музыки соорганизаторы праздника, а им стал холдинг СТВ-медиа в лице команды «Радио Energy, подготовили целый час марафона самых модных мировых хитов. Устоять не смогли даже самые стеснительные гости праздника. В этот вечер в пляс пустились все. Все классно, спасибо. Спасибо Energy, спасибо этому концерту. Вообще все классно, здорово. Хорошая елка очень. Очень весело, здорово. Хоть и холодно, но в душе тепло. Диджей хороший, песни клевые. Мне, если честно, мне музыка нравится. Музыка очень. Люблю, обожаю я радио Energy. На сцене своей хореографией зажигал всех остальных танцевальный коллектив «Микс», задавая тон всей вечеринке. Ну и какой же Новый год без сказочных героев? Под хиты «Радио Energy» ожили и тоже пустились в пляс, веселя публику «Безбашенная зебра» и «Озорной снежный барсик». С каждым из них гости праздника могли сделать фото на память, и желающих было предостаточно. Ну а за музыкальную атмосферу в этот вечер отвечал специально приглашенный на праздник диджей Фанни. Все это связано непосредственно с Новым годом! Я очень люблю этот праздник, очень люблю дарить людям позитивные эмоции, поэтому, как бы, я нахожусь сейчас здесь.